Дом культуры имени Бажова вновь распахнул двери своего зрительного зала для всех желающих. В праздничный день коллектив решил удивить необычным концертом. В нем соединились два совершенно разных стиля – фольклор и рок. Эклектика нисколько не помешала раскрыть задумку программы «На рассвете». В нее гармонично вплелась история нашего государства, начиная с Древней Руси и заканчивая современностью. Необычно, что артисты рассказывают о традициях и событиях России в основном песнями. Поражает манера исполнения, она то завораживает слаженным многоголосием, то удивляет необычными аранжировками. Ноября насладиться фольк-рок-концертом смогли жители поселка Бажова. У зрителей телеканала «Инсид ТВ» тоже будет возможность увидеть необычную программу.